Всем привет, я Леша, это «Сильные новости», наша рубрика «Короче». Поехали! Бросайте курить и начинайте гонять во всю мощь. Сергей, хлопотные дельцы Миронов и его мама на свободе. Напомним, силовики к ним нагрянули вчера. В квартире провели обыск, изъяли технику и после этого увезли из квартиры. Ну а сегодня стало известно, что оба на свободе. Новость дня. У гомельской милиции новый руководитель. Им стал Александр Шастайло, который до этого был первым замначальника УВД Гродненского облсполкома. Прежний руководитель гомельской милиции Александр Васильев отправится в столицу и будет руководить Академией МВД. Да! А пожелай ты мне пуха, не пера! Светлогорский мужчина избил таксиста за то, что тот не хотел ехать ему за шампанским. Вначале дебошир пришел к своей даме сердца, чтобы помириться. Это получилось. И дело решили отметить. На часах 3 ночи. Вызвали такси, чтобы тот сгонял мужчине за шампанским. Таксист сказал, чтобы тот ехал вместе с ним. Такой ответ хулигану не понравился. Он дважды ударил мужчину в лицо. Теперь на него завели уголовное дело.